Где находится около метро Беломорская ваш офис, не подскажете? Я подберу вам офис, потому что их предостаточно. Вопрос просто именно в том, когда вы планируете, планируете ли вообще, а когда планируете посещать банк? А какой график работы у банка? Там в зависимости, опять-таки, где находится. Сейчас посмотрю. Да. Ну, спасибо. Какое метро вас интересует? Метро Беломорская. А цвет ветки? Зеленый. Но на этой ветке я вам вообще не смогу предложить никаких отделений. По крайней мере, наверху ветки ничего не предложу вам. Только если где-то на соседней ветке. Может например, быть, на белорусской. Вот на белорусской, да, нормальный вариант, да, спасибо. Когда планируете приехать? Ну, где-нибудь там на выходных, либо в будни после 20:00. Нет, после 20:00 нет, мы так поздно не работаем. Понятно. Вот. Сможете сейчас определиться с конкретным днем, чтобы мне вас записать на конкретный день? Ну, ориентировочно суббота, либо воскресенье. Ну, воскресенье у нас тоже выходной день. А только суббота. Суббота. Угу. Первый документ – паспорт. Второй – заграничный паспорт. Есть? Есть. За последние 12 месяцев границы пересекали? С Белоруссией. Пересекали, да? Ну, в Белоруссию ездил весной. Год не прошел? Календарный год. Нет, не прошел. Ну хорошо, значит, необходимые документы подобрали. А в будний день, может быть, к нам в офис этот успеете? Там пораньше, может, работа отпросить. Отпустить, может, отдохнуть. Есть такая возможность. Он как раз до 20:00 работает. Нет, такой возможности нету. Ладно, значит, на субботу. Суббота, 22 число, все работает с 10 до 5. Большая Грудинская, 62. На сколько вас записать? Ну, так, даже не знаю, там, только с 10 работает, 12, да? Да, с 12-15 время подойдет. Нормальное, да, время, да. С вами также повторно связь с сотрудником отделения, чтобы подтвердить встречу. Приедете, скажете, что заявка была оставлена через интернет. Если она состоится, займет около часа. Рекомендация при себе иметь маску. И на телефон также придет смс с напоминанием о встрече. Итак, записал вас на субботу. 12-15 Москва, Большая Грудинская, 62. А не подскажете, это будет автокредит, либо потребительский кредит? Автокредит. Потребительский кредит. А, потребительский. А автокредит у вас есть? Нет, никогда не было. На моей памяти. Ага. Понятно, хорошо, я услышал вас, спасибо. Да, до свидания, спасибо. До свидания.